Всем привет, это меховое ателье, и у нас сегодня на повестке дня спасение шубы. Как видите, очень интересная моделька шубы, хоть и пожелтела, но все это много работы в ней. Но наша задача в другом. С нашей клиенткой приключилась такая ситуация, она вымазала рукав шубы в торт, а потом решила ее стереть тряпочкой и застирать с порошком и теплой водой. И как видите, рукав шелестящий, стоячий, ну то есть он даже не сгибаемый практически, сгибать сильно не буду, потому что могу сломать мездру. И наша задача увеличить этот рукав, растянуть и сделать, прожировать и сделать его мягким. После того, как водой его постирали, горячий, с порошком вымылись все жиры у мездры, и мездра становится вот такой. Почему, вы все спрашиваете, почему шубы красятся? Потому что после покраски они тоже приблизительно вот такие. А потом мы их жируем, правим и достигаем вот такой мягкости. Вот рукавчик наш выпорон и выглядит вот таким образом изнутри. Буду брать аккуратненько. Надеюсь, у нас все получится, все прожируется и растянется. Исправляем наш рукавчик таким образом. Он достигает обратно своего объема. И вот наш рукавчик готов. Наконец-то мы все сделали. Вточали рукав в изделие. Закрыли, подкладочку подшили. Теперь он у нас мягенький такой же, как и был. Шелковистый, как видите, не тарахтит ничего. Но процесс достаточно трудоемкий, как вы уже поняли, потому что многие задают вопросы, как можно это сделать в домашних условиях. Да никак не сделаешь. Детским кремом такое не помажешь, все равно не поможет. Мы видели результаты этого всего, нам люди приносили. Только после детских кремов разлазится мездра, потому что жир попадает, тот, который не нужен для мездры, и мездра гниет быстрее. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ждем ваших изделий, до новых встреч!